Наблюдать за законностью избирательного процесса 18 марта будет молодежь общероссийского общественного движения «За чистые выборы». 65 студентов камчатских вузов и СУЗов прошли обучение и получили направление на избирательные участки Петропавловска, Елизово и Вилючинска. Мы уже провели несколько встреч с общественной палатой Камчатского края, с представителем общественной палаты Российской Федерации, с избирательной комиссией. Также были розданы методические материалы различные нашим наблюдателям. Они готовились самостоятельно, и сегодня вот у нас уже финальная встреча, чтобы на практике мы уже могли отработать какие-то моменты, вопросы. В режиме реального времени на сайт национального общественного мониторинга NOM24.ru общественные наблюдатели будут сообщать информацию обо всех ситуациях, которые могут быть истолкованы как нарушения. Отметим, что общероссийское общественное движение «Корпус за чистые выборы» является самой крупной организацией независимых наблюдателей-юристов в России и имеет свои региональные отделения в большинстве субъектов Российской Федерации.